Так, сегодня у нас 19 июня 2021 год, Харьков. .54 по Киеву. И вот это у нас 125-кратное увеличение. Вернее, зумирование оптическое на фотоаппарате Nikon Coolpix. Объект съемки на расстоянии 6 километров. Очень удобно, поэтому снимаю часто, дабы посмотреть разницу в качестве съемки при различных погодных условиях. Механическое увеличение. Оп, вот оно прекратилось, когда жужжание исчезло, пошло уже просто цифровое увеличение. .125 оптического зума и 4 цифрового. Ну, вполне себе я вижу в окуляр, по крайней мере, несмотря на эти замечательные волны движения атмосферные, видно, когда справа налево движется поток воздуха, очень сильный ветер восточный. Аквафитнес-клуб. Различимо название. Вполне себе объективный тест, потому что сейчас-то я уже знаю, что там написано. Предыдущий раз я прочитал это именно, ну не помню, там месяц назад я снимал. Я прочитал это именно через объектив. Я не знал, как этот бассейн называется. Аквапарк. Хорошо. Думаю, достаточно уже материала. .457 по Киеву.